Участников мотопробега, посвященного 550-летию образования Казахского ханства, встретили в Кокшетау. Они проехали уже 10 тысяч километров. Члены Ассоциации байкеров Казахстана стартовали в Алматы и посетили Караганду, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар и Астану. В Кокшетау их ждали на центральной площади Тәуелсіздік. Там же прошла передача патриотического знамени. Колонна завершит путь в Таразе. Там пройдут основные масштабные мероприятия по празднованию 550-летия Казахского ханства. Проехали 10 городов, практически весь Восточный Казахстан, участвовали в параде в Астане. Приятно, что вот эта миссия, пропаганда нашего Казахского ханства, 550-летия, именно возложена на наше географическое общество. И само мероприятие очень всех интересует.